Сегодня я записываю свое второе видео для дистанционного лечения в центре Берт-Давид. В этом видео я расскажу об улучшениях, которые произошли с моим ребенком после 5 занятий с Давидом на протяжении 3 недель. Первое, надо отметить, что ребенок стал намного спокойнее. Ну, в принципе, наверное, даже стала спокойна я сама. Более спокойная, более уравновешенная, и эти же качества я стала замечать в своем ребенке. Ребенок стал более спокойный, более уравновешенный, ушли истерики, ушли капризы, ребенок перестал драться, щипаться, то есть ребенок вполне себя ведет сейчас достаточно спокойно. Да, конечно, случаются эмоциональные какие-то подъемы, но это достаточно легко купировать сейчас. То есть перевести внимание, как-то отвлечь его, то есть достаточно легко с этим работать. Обратила внимание, что улучшилось понимание речи у ребенка. В плане он стал лучше реагировать на мои просьбы: принеси, подай, унеси. Стал лучше одеваться, раздеваться. Как бы смотрю, что он сейчас стал более веселый, и все чаще и чаще слышу песенки, которые они поют в школе. Вот, и стал повторять большими длинными предложениями. То есть на сегодняшний день в речи мы еще немножко, конечно, немножко продвинулись, но в принципе, если раньше он повторял только «хочу пить», там, «хочу кушать», то на сегодняшний день он может прийти и сказать, там, повторить за мной, что, допустим, «мама, я хороший мальчик, дай мне телефон», там, например. Вот. Ушли, у него также ушли стимы, которые у него были. То есть уже недели две я не наблюдаю то, что он махал ручками раньше, этого уже нету. И вот, наверное, последние дни 5 я вижу, что ребенок перестал грызть вещи, рукава, воротники, то есть все как бы целое на месте, в рот не попадает. И с моей стороны также было замечено улучшение, притом грандиозное улучшение где-то со стороны желудочно-кишечного тракта. У ребенка ушли поносы, и достаточно, как бы, я вижу достаточно позитивную работу. То есть, наверное, это как бы общее в комплексе сказывается на общем состоянии ребенка. Спасибо вам большое, Давид. Надеюсь на дальнейшее с вами сотрудничество. Спасибо.